машина государственного управления. Тот же Яценюк, который откровенно заявил, что в свое время СССР напал на Германию. И, кстати, Украину. Нацистскую, кстати. То есть он тем самым... корректно сейчас были высказаны. Так нет, на самом деле здесь как раз никаких ошибок не было. Сейчас батальоны МВД, официальные структуры МВД, имеют нашивки свастику. Государственные батальоны, это не просто частные какие-то батальоны. Сейчас главный идеолог свободы, вы знаете, Михальчишин по НСДАП,